все как на параде. Несмотря на суету, Хонекер заморский дядя был лучшим аэропорту. Встречен был самим Хрущевым, плюс почетный караул, плюс приветственное слово генеральный толканул. Вдоль дороги пионеры что-то радостно кричат. На столбах висят портьеры из льняного кумача. Девки спелые с цветами, плоские держат грудь. В общем, встреча между нами, что не охнуть, не вздохнуть. Пару слов про цель визита. Подписали договор, дальше в лимузин закрытый сели, заведя мотор. Удалились на дачу, тишина где и покой. Общаться не иначе, за бутылочкой другой. Вот уже развечерелось, надоело есть и пить, и Хрущеву захотелось Хонекера удивить. Подавив себе икоту, приподнялся вождь страны. Всех на заячью охоту приглашаю, пацаны. Подкосились я колени, чуть от страха не облез. Слыша это, главный егерь притека КПСС. Дело в том, что 20 серых годовалых русаков дырку выгрызли в вольере, и теперь ищи следов. Есть в наличии лисицы, белки быстрые, как тень, есть медведи и куницы, даже северный олень. Но желание Никиты тоже не просьба, то приказ, и с улыбкою открытой егерь прошептал сейчас. Жил во флигеле на даче молодой сибирский кот. Рыбку трескай не иначе, толстомордый обормот. Но не жизнь была, а сказка, век бы жил, да не тушил. Но дожился егерь Ваську, шкурку заячью зашил. Васька мягкою походкой шкурки двор пересекал, а в него прямой наводкой из кустов Хрущев стрелял. Заприметив Ваську зайца, вождь прицелился как мог, и подвыпившие пальцы надавили на курок. Что тут стало, что стряслося, хоть Хрущев промашку дал, с криком раненого лося заяц по двору шнырял. Трехметровые барьеры брал и прыгал до небес, и на глазах у Хонекера вдруг на дерево полез. Тот стоит, таращит очи, и куда девался хмель, вдруг воскликнул громко очень: «Понимаю я теперь!» Гитлер был дурак отборный, что напал на тот народ. У Каткова заяц скромный на деревья. Дети тут рядом живут. «Это что?» — сказал Никита. И на егеря взглянул. «Этот заяц не убито, я нарочно промахнул. Завтра, ежели охота, — распижонился Хрущев, — приглашаю на охоту налетающих козлов».